Если русский еврей, то у него есть шанс, скажем, встать на путь эволюционного духовного развития. Я не говорю о русичах, они не русские. Русские – это те, кто идут за славянами, за русичами. Да, вот не мы, а вот это и есть русские, а мы русичи. Чувствуете разницу? Но если к нам есть приложение народы, которые пришли и говорят, мы тоже хотим туда, вот этим путем, вашим. Мы говорим, хорошо, вы будете прилагательными, но русичами вы не можете быть, потому что ты грузин, ты армянин, ты еврей. Вы будете русскими, потому что вы при русской культуре. Русские – это не национальность. Ну, Сталин, смотрите, целую там систему тружеников. Да. Это наша задача. Вот смотрите, их задача нас с этого пути увести. А наша задача их по этому по пути повести. У нас противоположная задача. Мы же не сами вот существуем. Ну, вам зачем это все? Ну, вы идете, да? Знаете четко, допустим, будет. Ну, смысл в этом вообще. Но сделайте так, чтобы у остальных была тоже возможность пойти за вами. Предоставьте им такую возможность. Право выбора. Хотят, пусть идут. Не хотят, свобода выбора. Но если они хотят, вы же не будете отталкивать.